Добрый день, уважаемые гости и участники торжественной церемонии празднования десятилетия современного всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ровно 10 лет тому назад, 24 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». И сегодня в этом зале собрались именно те, для кого комплекс ГТО уже стал поистине неотъемлемой частью жизни. Сегодня это праздник для всех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни и стремится к физическому совершенству. Но сейчас я прошу обратить внимание на наш экран. Эпоха советского ГТО. 60 лет назад Советский Союз встал на новый этап спортивного развития. Красная армия нуждалась в подготовленных кадрах. Страна должна быть готова к труду и обороне. Сдача нормативов ГТО превратились в массовые праздники. Даже соревнования проходили. Кстати, первый чемпион всесоюзной зимней спартакиады по многоборью ГТО Шуняка Галина Шарова. ГТО стал видом спорта. Молодое государство нуждается в физически развитых жителей. Это будет стимулировать, естественно, занятия физической культурой, подготовкой. Потому что мы многие годы уже потеряли и просто не обращали внимания на физическую подготовку и физическое воспитание нашего подрастающего поколения. Это необходимо норматив сравнения себя, как я могу. Здоровый образ жизни, физическая культура – это должно стать нормой для каждого гражданина нашей страны. И в первую очередь, конечно, для гражданских муниципальных служащих. Это я четвертый раз был на нормативе ГТО, когда в школе учился, когда к нам был ГТО, потом в институте ГТО вторая ступень, и в 60-х годах, чтобы, значит, тебе присвоили звание мастера спорта, вот, хотя ты в своем виде, но мастер спорта, но без ГТО этот норматив не присваивался. Уже есть более 1500 человек, ивановцев, в этом году сдали нормы ГТО. Но меня как губернатора такая цифра совершенно не устраивает, потому что если мы говорим о каждом втором, это значит 500 тысяч. 500 тысяч полторы, конечно, это впереди обозначает серьезный фонд работы, и мы, безусловно, будем активно работать. В регионе уже создана необходимая вся необходимая инфраструктура, создан центральный центр тестирования, активно ведется обучение учителей, которые будут в состоянии консультировать и принимать выполнение нормативов. Так что можно сказать, что на сегодняшний день этап третья работа, которую Министерство было запланировано в 2016 году, в регионе успешно проходит. Thank you.
что такие приятные воспоминания, конечно, все их не вместить в наш небольшой ролик. Но будем помнить о том, как прошли эти 10 лет, но сейчас наступает как раз та самая торжественная минута, когда мы переходим непосредственно к нашей церемонии награждения. Уважаемые дамы и господа, для приветственного слова и поздравления мы приглашаем к микрофону заместителя генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов федерального оператора комплекса ГТО Александра Андреевича Карпова. Дорогие друзья, добрый вечер. Разрешите к вам именно так обращаться, потому что люди, которые неравнодушно относятся к инвестициям в собственное здоровье, к занятиям физической культурой и спортом, и находят на это время не только чтобы поговорить, но и поделать, это друзья. Поэтому, дорогие друзья, добрый вечер. И, конечно же, я хочу начать со слов поздравления каждому из вас. Казалось бы, всего 10 лет, но уже такой первый взрослый юбилей возрожденного комплекса ГТО, президентом нашей страны возрожден. И, насколько я понимаю, труд каждого из вас ежедневно, даже слово «труд», наверное, здесь слишком блеклое, служение вот этому большому делу, да, делу оздоровления нации, которому вы ежедневно посвящаете свое личное время, это, конечно, очень большой объем работы, он не оценивается в моменте, вот здесь и сейчас, хотя мы сегодня весь день много говорили про цифры различные, и цифры довольно приличные в самом деле, почти 23 миллиона граждан нашей страны сегодня уже подтянулись к движению, это 17% населения России в возрасте от 6 лет и старше, если быть точным, это большая цифра, и я хочу вас поблагодарить за эту работу, поздравить с этим замечательным юбилеем, спасибо большое за то дело, которое вы делаете не всегда в самых лучших там и суперкомфортных условиях, но тем не менее мы с вами ежедневно это делаем. И цифры, результативность нашей с вами работы, как ни крути, подтверждают. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения и как можно больше слов благодарности от жителей Ивановской области, которые поняли смысл, вкус и значимость занятий физкультурой и спортом благодаря тому, что когда-то пришли к вам в центр тестирования или ту организацию, которую вы сегодня представляете. Только личным примером это работает. С праздником! Министром спорта Российской Федерации была учреждена памятная медаль 90 лет ГТО. И сегодня мы просим Александра Андреевича вручить эту награду лицам, которые внесли значительный вклад в возрождение и реализацию комплекса ГТО на территории Ивановской области. Итак, памятная медаль 90 лет ГТО вручается члену правительства Ивановской области, директору департамента спорта Ивановской области Татьяне Александровне Сидоренковой. Директору областной спортивной школы «Текстильщик», на базе которого был создан первый центр ГТО в Ивановской области, Василию Владимировичу Грыщуку. Александра, а вы зря вот ушли. А будьте добры, останьтесь. Вас немного, вы все нам цены. Мы хотим сделать общую фотографию потом на память. И Василий Владимирович тоже оставайтесь вместе с нами. Награда вручается директору Центра культуры и отдыха города Иваново, а в 2015 году начальнику департамента молодежной политики и спорта Ивановской области Любови Алексеевне Калмыковой. Алексеевна, просим также остаться вместе с нами. Тогда вручается собственнику группы компании «Отец» товарная банка «Зеленый городок», которая на протяжении 10 лет обеспечивает питьевой водой всех участников фестиваля ГТО. Магомед Гаджиев приглашается к нашей сцене. Мы приглашаем для получения награды ведущую программы ГТРК и в телерадио Ксению Витальевну Халикову-Минникову. Надеемся, она успела приехать с эфира. Не успела, награда будет передана тренеру преподавателю спортивной школы номер 5 города Иваново Сергею Владимировичу Буранову.
что по спортивно-массовой работе Заволжской спортивной школы руководителю Центра тестирования ГТО Татьяне Николаевне Моисеевой. Магомед Владимирович еще попросил вернуться к нам, если он недалеко ушел, очень приятно. И вот сейчас как раз, дорогие друзья, давайте сделаем общую памятную фотографию под ваши друзья аплодисменты. Мы находимся с вами в центре «Авангард», центра культуры и отдыха города Иваново. И этот зал интересен тем, что награждения могут проходить возле сцены, но сцена пустовать тоже не будет, как вы понимаете. На ней будут выступать потрясающие творческие коллективы, которые тоже на протяжении многих лет связаны с церемониями награждений комплекса ГТО. Итак, принимайте творческий подарок. Творческий подарок об Ивановской земле. Thank you.
друзья, со дня возрождения современного комплекса ГТО на территории нашего региона проведено свыше 80 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А фестивальное движение все больше и больше набирает обороты и, конечно же, вызывает неподдельный интерес у жителей Ивановской области. Слово для приветствия и чествования победителей зимнего фестиваля ГТО, который проводится на территории нашего региона с 2016 года, предоставляется заместителю председателя правительства Ивановской области Евгению Леонидовичу Нестерову. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, присутствующие в зале, вы знаете, то есть я традиционно всегда на данном мероприятии, и на нем всегда прекрасно и почетно очень быть. Я сам тоже активист по сдаче норм ГТО, правда, периодически это случается, но, тем не менее, приветствую движение. Вы знаете, вы все молодцы. Вот на самом деле наше муниципальное образование, спортивные сообщества, многие люди, работающие на предприятиях, молодцы, что включились в это движение. Оно интересно. Оно позволяет быть примером. Вы знаете, то, что мне особенно приятно, это огромный пример для нашего подрастающего поколения. Это очень хороший пример для людей уже зрелого возраста. И хочу сказать, что это шикарный пример для наших ветеранов и ветеранских организаций, которые тоже активно участвуют у нас в сдаче норм ГТО. Вообще, хотелось бы поделиться немножко неформально. Сегодня мы создаем инфраструктуру. Надеюсь, что все видят, что с каждым днем количество людей, занимающихся на спортивных наших сооружениях, спортивных площадках, увеличивается. Это комплекс всего, и мы активно это развиваем. И это у нас получается, у нас растет количество людей, вовлеченных в спортивную жизнь. Мы это видим уже визуально. Не только в наших чиновничьих каких-то отчетных цифрах, а это видно. То есть сегодня строятся новые даже частные спортивные клубы, в которых достаточно большое количество людей. И я хотел сказать огромное спасибо, потому что в первую очередь это заслуга вас, людей, сидящих в этом зале. Потому что любая вещь – это личный пример. А сегодня об этом говорили, это очень важно. И сегодня в зале находится достаточно большое количество людей, которые профессионально занимаются спортом. Мы на них смотрим. Наши молодые тоже смотрят на этих людей. Они перенимают опыт, они перенимают наш образ жизни, они это видят. Увеличилось количество лет жизни в стране. В первую очередь это образ жизни. Вот в первую очередь. Что бы ни говорили там все остальные, таблетки, так нет, это образ жизни. И основная часть этого образа – это спорт. Это спортивная составляющая, потому что она очень важна. Тем более в сегодняшнее время. Но это было всегда важно, сегодня тоже. Поэтому еще раз, дорогие друзья, огромное спасибо, потому что вашим примером мы достигаем замечательных результатов в нашей общей Ивановской области. По итогам командного первенства зимнего фестиваля ГТО, участие в котором принимают сильнейшие представители муниципальных образований разных возрастных ступеней комплекса ГТО, третье место награждается команда города Иваново. Для получения наградного приглашения заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической культуры и спорта администрации города Иваново Игоря Анатольевича Баранова. Не успел доехать. Нам тут не очень хорошо видно, а есть представители города Иваново, администрации? Нет. Награду мы обязательно передаем. Минус. Второе место представителей Ивановского муниципального района. Для получения награды приглашаем начальника социальной сферы администрации Ивановского муниципального района Татьяну Александровну Рытьеву. Татьяна Александровна, оставайтесь, пожалуйста, с нами возле сцены. И первое место семикратным победителем и лидером командного первенства зимнего фестиваля ГТО. А в этом году вновь признана команда городского округа Кинешма. Для получения награды мы приглашаем председателя комитета физической культуры и спорта города Кинешма Дмитрия Геннадьевича Сильченко.
Ну, несмотря на то, что нет бронзового призера, награда будет обязательно передана. Памятная фотография сегодняшнего вечера сделана. И мы продолжаем нашу церемонию. Дорогие друзья, переходим к награждению личного первенства многоборья ГТО зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Среди женщин-победителями в своих возрастных группах стали Дарья Александровна Жданкина, Ивановский район. Победители, мы также просим оставаться для памятной фотографии рядом со сценой. Елена Сергеевна Рухина, город Иваново. Юлия Николаевна Ермакова, город Иваново. Элеонора Владимировна Острость, город Кишма. И Светлана Робертовна Оц, город Кишма. Ваши бурные аплодисменты дамам, памятная фотография. Ох, сегодня у нас их будет много. Дорогие дамы, приглашаем вас в зал и начинаем чествовать мужчин-победителей в своих возрастных группах. Антон Андреевич Петров, Тейковский район. Михаил Владимирович Матаев, Ивановский район. Евгений Вениаминович Федоров, Гаврилово-Посадский район. Антон! Андрей Викторович Матин, Приволжский муниципальный район. Антон, улыбнись! Готов? Не видим, не даем Приволжский. Владимир Михайлович Лопаткин, Тейковский муниципальный район. Тейковчане, Тейковский, да, нормально. И представитель города Тейкова Александр Владимирович Олейников. Что ж, еще раз ваши аплодисменты. Вот в зале показывают мужчины. Улыбайтесь, это все-таки фотография на память. И под эти аплодисменты приглашаем вас в наш зрительный зал. А мы тем временем приступаем к церемонии чествования победителей и призеров фестиваля ГТО среди сотрудников правоохранительных органов «Горжусь тобой, Отечество». Третье место награждается команда Главного управления МЧС России по Ивановской области. Представителей просим выйти к нам с получением награды. Пакет освободил тебе, все. Да ладно. Титул и заслуженный кубок. Второе место у команды Ивановской пожарно-спасательной академии МСЧС. Мы потом сфоткаем здесь, да? Да? Там где-нибудь назначим. Ну тут все равно будут фотки общие, а там отдельно. Первое место. Победителем фестиваля ГТО среди правоохранительных органов признана команда управления Росгвардии по Ивановской области. Фотографию, и теперь давайте перейдем к церемонии награждения личного первенства фестиваля ГТО «Горжусь тобой, Отечество». Победителями среди женщин стали Алина Алексеевна Новикова, Главное управление МЧС России. Наталья Николаевна Титова, Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Светлана
Светлана Николаевна Соловьева, Управление Федеральной службы судебных приставов. Сейчас Елена Юрьевна Виноградова, Управление Федеральной службы судебных приставов. Валентина Владимировна Черных, ОМВД России по Ивановской области. Оп, загородили. И Наталья Александровна Большакова, Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС России. Бурные аплодисменты нашим очаровательным дамам. Фотографов стараются все больше. Улыбки все шире. Драгоценная наша девушка приходите в зал. Спасибо вам большое. Я ловлю, да, Стейкова. Среди мужчин в своих возрастных группах признаны. Замуж вышла, значит, Иванова уехала. Да-да. А она смотрит на меня, я ее не узнал. Пойду поздороваюсь, пожалуйста. Илья Сергеевич Ефсин, Управление Росгвардии по Ивановской области. Александр Иванович Ларцев, Управление Росгвардии по Ивановской области. Максим Владимирович Глазков, Управление Росгвардии по Ивановской области. Его коллега Игорь Сергеевич Митрофанов, также Управление Росгвардии по Ивановской области. Алексей Валерьевич Сыров, ОМВД России по Ивановской области. Алексей. Николай Леонидович Корсун, Следственное управление Следственного комитета России по Ивановской области. И Валерий Николаевич Шишнев, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области. Мужчины, будьте чуть-чуть кучнее, давайте с группируемся вот так, плечо к плечу. Спасибо вам за эти аплодисменты и еще несколько памятных фотографий сегодняшнего дня останутся в нашем фотоальбоме. Ну а мы благодарим Евгения Леонидовича и для всех, кто уже получил высокие награды, еще один творческий подарок. Жить ярко, надо побеждать честно.
В январе 2016 года свои двери открыли 29 центров тестирования по выполнению видов испытаний, тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И сегодня более 95 тысяч жителей региона посетили центры тестирования, выполнив при этом нормы ГТО. В этот день мы хотели бы сказать слова благодарности тем людям, которые с первого дня и по сегодняшний день в движении комплекса ГТО. Слово для приветствия и вручения благодарности лицам, которые внесли вклад в развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», предоставляется члену правительства Ивановской области, директору департамента спорта Ивановской области Татьяне Александровне Сидоренковой. Добрый, поскольку он объединил в этом зале людей, абсолютно неравнодушных к спорту, к своему спорту, к своей жизни, к образу жизни. Действительно, 10 лет назад был подписан указ президента, да, о возрождении комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», и началась трудная работа. Со многими коллегами мы прошли этот путь от начала, с кем-то не с начала до конца, скажем. Но на сегодняшний момент комплекс «Готов к труду и обороне» является тем мероприятием, которое действительно будет оздоравливать нашу нацию. Об этом говорил президент. И это не самоцель, которую нам поставили, о том, что нам необходимо порядка 70% людей вовлечь в активные занятия спортом. Это то, что будет показывать именно, что у нас здоровая нация, которая придерживается здорового образа жизни. Я действительно хочу пожелать людям, которые причастны к возрождению комплекса, к его пропаганде, действительно, вам спасибо за ваш нелегкий труд, потому что я знаю, насколько это тяжело вовлекать население заниматься спортом. А вам, кто уже активно занимается спортом, крепкого здоровья. Спасибо. Благодаря департаменту спорта Ивановской области вручается Авдеевой Светлане Сергеевне, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы городского округа Вичуга. Бондову Роману Юрьевичу, руководителю Центра тестирования ГТО, муниципального автономного учреждения Центра спортивной подготовки «Спартак». Бондаревой Марине Евгеньевне, руководителю Центра тестирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Гаврилову Посадский детско-юношеский центр. Грубову Алексею Юрьевичу, методисту, руководителю Центра тестирования ГТО, муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Центр внешкольной работы». Липскому Павлу Юрьевичу, заместителю директора, руководителю Центра тестирования по выполнению видов испытаний тестов ГТО спортивного комплекса имени Тимофеева Старовичевского городского поселения Вичевского муниципального района. Малафееву Александру Львовичу, руководителю Центра тестирования ГТО физкультурно-оздоровительного комплекса «Волга» городского округа Кинешма. Банакиной Светлане Александровне, ведущему инспектору отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Истеповского муниципального района. Наумовой Ольге Валерьевне, методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы номер 5 комитета молодежной политики, физкультуры и спорта администрации города Иваново. И Полетаеву Сергею Анатольевичу, директору Савинского спортивного комплекса «Атлант». Дорогие друзья, чуть-чуть погучнее просим вас собраться перед нашей сценой для памятной фотографии. И под бурные аплодисменты приглашаем награжденных в зал, а мы продолжаем церемонию награждения. Дорогие друзья, более 200 судей на территории нашего региона задействованы в организации и проведении мероприятий ГТО. Только вдумайтесь, 200 человек, какая
огромная цифра. Разрешите сегодня отметить тех, кто с самого первого дня включили движение комплекса ГТО, и ни один фестиваль регионального уровня не проходит без участия этих людей. Благодарность заместителя председателя правительства Ивановской области вручается Андрею Ивановичу Новикову. Валентину Павловичу Лазареву. Сергею Анатольевичу Кудряшову. Наталье Сергеевне Майоровой. И Наталье Сергеевне Костаковой. Волейболистка хорошая, баскетболистка. Что хочешь, можно есть. Я ее в бассейне видел тогда. Когда плавали, она была в бассейне. Ваши бурные аплодисменты нашим неподкупным, очень справедливым судьям. А этот все время на отжимании. И еще одна памятная фотография сегодняшнего дня. Для всех вас, дорогие гости, и, конечно, для вас, наши уважаемые судьи, еще один творческий подарок. Yeah.
Дорогие друзья, на сегодняшний день более 55 тысяч жителей нашего региона являются обладателями знаков отличия. В регионах построено 23 площадки ГТО. И здесь, в этом зале, сегодня присутствуют граждане нашего региона разных возрастных ступеней, которые успешно завершили выполнение испытаний комплекса ГТО на золотые знаки отличия, показав тем самым, показав личным примером, как важно и как престижно быть в отличной физической форме. Для вручения знаков отличия комплекса ГТО мы приглашаем члена правительства Ивановской области, директора департамента образования Ивановской области Ольгу Генриховну Антонову. Дорогие друзья, я очень рада приветствовать от педагогической общественности региона на этом традиционном замечательном событии, которое уже имеет десятилетнюю историю, всех тех, кто поддерживает движение ГТО, сам стал значкистом ГТО, и, конечно, всех организаторов этого события. Всему родом из детства, и ГТО возрождалось 10 лет назад с детской аудитории. Первыми включились активно в это движение школьники, студенты. Но мне очень радостно сегодня вручать знаки ГТО именно людям, которые не знают возраста, которые показывают прекрасный пример для молодежи. Я поздравляю, благодарю всех и себя причисляю, наверное, пусть это слово сегодня не очень приветствуется иностранное, но воспринимаю себя амбассадором движения ГТО, потому что, наверное, больше, чем сама выхожу на площадке, говорю об этом, агитирую за это и доношу до педагогов и до студенческой и школьной аудитории смыслы этого чудесного движения, которое на самом деле имеет многолетнюю историю, а сегодня уже возрождено на российской земле. И особое спасибо, как ни странно, хочу сказать за то, что ГТО дает не только возможность проявить себя, преодолеть какие-то свои собственные достижения, участвуя практически ежегодно в этом состязании, но это движение дает еще и особые эмоции. В прошлом году команда департамента образования заняла и принесла в кабинет руководителя кубок и грамоту за третье место. Потом оказалось, что какие-то были технические проблемы, и ребята стали вторыми. И такими счастливыми чиновников департамента я не видела давно, потому что на самом деле любое спортивное состязание – это адреналин, это вновь поверить в себя. Ну а теперь мы еще и департамент образования и науки, и думаю, что новый наш виток участия может быть то, что нам позволит преодолеть командно еще одну планку. Спасибо большое за настроение, эмоции и результаты. Ну, у нас для вас тоже есть сюрприз. Прежде чем вы приступите к своей части церемонии награждения, я попрошу вручить памятную медаль 90 лет ГТО Александра Андреевича Карпова, заместителя генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов. Ольга Генриховна не знала, как хорошо иногда все-таки вовремя прийти с работы на церемонию награждения. Что вы вернетесь в свой кабинет сегодня не с пустыми руками. Завтра придет. Это по-государски, это и на Ростокан, да? Ну а теперь, уважаемые господа, Ольга Александра Андреевич, я прошу вас остаться и продолжить вместе эту церемонию награждения. Итак, золотыми знаками отличия комплекса ГТО и удостоверениями к ним награждаются Анастасия Евгеньевна Калинина, первая ступень комплекса ГТО. Моя крошка такая. Иди, получай заслуженную награду. Владимир Александрович Казанцев, 12-я ступень комплекса ГТО. Мы просим всех награжденных в этом блоке также оставаться с нами, рядом со сценой.
Кубарев, 15-я ступень комплекса ГТО. Вадим Александрович, привить к этой малышке крошек, чтобы она одиноко не стояла. Игорь Сергеевич Митрофанов, 12-я ступень комплекса ГТО. Нет, не присутствует. Награда будет передана. Елене Илюшкиной вручается награда. Это тоже 12-я ступень комплекса ГТО. Награждается Роман Викторович Панфилов, 12-я ступень. Николаевич Бойцов, 13-я ступень комплекса ГТО. Алексей Александрович Осинкин, 13-я ступень. Сергей Иванович Васютинский, 14-я ступень. Что, вы присутствуете сегодня? Глава Ильинского муниципального района. Видимо, работа задержала. Елена Георгиевна Морозова, 14-я ступень. Ну, вы всегда говорите, даже если вы не успели на наше чествование, награды обязательно найдут своих героев. Алексей Иванович Сыров, 14-я ступень. Алексей у нас жжет. Александр Юрьевич Кузин, 15-я ступень комплекса ГТО. Тоже не видим в зале. Ольга Владимировна Сафронова, 15-я ступень. А вот Ольга Владимировна с нами, ждем ее. Награждается Николай Леонидович Корзун, 15-я ступень комплекса ГТО. Тоже не видим в зале, награду передадим. И Владимир Леонидович Уланов, также 15-я ступень комплекса ГТО. Дорогие друзья, ну что ж, скучнее, дружнее. Все вместе! Деточку вперед, все верно. И ваши аплодисменты, дорогие друзья. Так, стой, куда пошли? Это там родные фоткали, а это наш фотоальбом. Спасибо, дорогие друзья, возвращайтесь, пожалуйста. Наш гостеприимный зал, но мы продолжаем нашу церемонию награждения. И видео потом пришлю. Комплекса ГТО, ветеранам спорта, заслугами которых мы гордимся. Ольга Геннадьевна, вот так скромно и убежали сразу. Нет, мы вас еще не отпускали. Золотой знак комплекса ГТО вручается Светлане Владимировне Беликовой, Вичужский муниципальный район. Нам сегодня смогли добраться Виктору Николаевичу Колинову, Вестяковский муниципальный район. Михаилу Николаевичу Тазову, Вичужский муниципальный район. Это такое подозрение, что Вичуга дружно к нам не добралась. Татьяне Александровне Даниловой, город Кинешма. Аплодисментов ветеранов спорта должно звучать два раза больше. Какие организаторские способности вас не забрали, да? Так, Александр, будьте добры, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Награда вручается Александру Евгеньевичу Сахрябинову, город Шуя. Нет, не дают вам. А Владимиру Александровичу Кузнецову, Родниковский муниципальный район. Дружище. А? Владимир Николаевичу Лысенкову, Савинский муниципальный район. И Валерию Валентиновичу Мичулину, город Кинешма.
Ну что ж, знаки ГТО сегодня вручены ветеранам спорта. Под ваши бурные аплодисменты еще одна памятная фотография сегодняшнего праздничного вечера. Спасибо большое нашим ветеранам Ольга Генриховна, Александр Андреевич. Также благодарим вас. Вот теперь мы приглашаем вас в наш гостеприимный зал. Вообще не секрет, что носить знак комплекса ГТО становится престижным. Давайте сегодня будем гордиться тем, что у нас есть эти знаки. У кого бронза, перевыполнят нормативы, сдадут на золото. Я вот все никак не соберусь, но надо бы сходить. Как мы видим, мероприятия комплекса ГТО набирают обороты, растет уровень физической подготовленности, участники соревнуются. Выполнение норм ГТО на действительно порой максимальном пределе. И сегодня мы хотим отметить не только победителей, тех, кто добился успеха в спорте, но и тех, без чьей помощи, доброты мы не обходимся на наших спортивных мероприятиях. Неоценимые ресурсы помощи проведения мероприятий комплекса ГТО вносят, безусловно, наши драгоценные волонтеры. Волонтерство – это ведь не только идейная деятельность, но и, безусловно, опыт. Добровольцы часто получают возможность не просто помогать ради идеи, но и приобрести определенные знания и умения, которые могут стать первой ступенькой в их профессиональной деятельности. Для вручения благодарственных писем студентам Ивановского педагогического колледжа, волонтерам, мы приглашаем члена правительства Ивановской области, директора департамента спорта Ивановской области Татьяна Александровна Сидоренко вновь с нами. И благодарственное письмо за помощь в проведении фестиваля готово вручается Екатерине Субботиной. Екатерина, также просим со своими коллегами оставаться с нами. Арине Манжосовой. Девчонки, если где-то на кухне ударение, фамилия, простите меня, постарайтесь, сегодня можно. Марии Косихиной. Кристине Бакурской. И Дарья Штанкина. А за подготовку волонтеров и помощь в воспитании подрастающего поколения благодарность получается коллективу кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности Ивановского госуниверситета. Евгений Соколов мне подсказывает, должен быть здесь, да? А, вот, вот, видим. И еще одна благодарность случается коллективу кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуйского филиала Ивановского государственного университета. Передаю награду, где представители. Вот есть ваши аплодисменты, дорогие друзья. Я понимаю, ладони устали, но давайте поблагодарим особенности волонтеров. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за вашу бескорыстную работу на благо комплекса ГТО. Вот такой замечательный финальный кадр сегодняшней церемонии награждения. Приглашаем вас в зал, дорогие друзья. Наша церемония подходит к своему завершению, но она еще пока не объявлена закрытой. Мы, конечно же, благодарим всех собравшихся за приверженность к ценностям физической культуры и спортивного образа жизни. Пусть эти награды, те награды, которые были вручены сегодня и уже были вручены в этом году, станут символом признания за вклад в оздоровление нации и популяризации массового спорта. Итак, еще один творческий подарок всем гостям сегодняшнего праздника.
Россия, вперед, Россия, вперед, Россия, вперед, Россия, вперед, Россия, вперед, Россия. В этом слове источник силы. Повторяем, вперед, Россия. Настало время поблагодарить все творческие коллективы, которые сегодня были с нами. И я попрошу появиться перед нашей сценой народный коллектив, вокальную группу «Звездопад», художественный руководитель, почетный работник культуры Ивановской области Алексей Булгаков. Леш, вместе с девчонками, выходи, пожалуйста, к нам. С самого, по-моему, первого фестиваля ГТО Алексей каждый год штампует песни про спорт. Ну что ж, давайте подсластим вам жизнь. Маленький претензик от департамента спорта. Мы благодарим студию современной хореографии «Возрождение». Девочки, идите к нам, кто еще не убежал. Алексей, вы далеко не уходите, мы сейчас сделаем свою фотографию. Девчонки, мы знаем, что вам надо сохранять фигуру, но не сегодня. Любовь Алексеевне скажете, мы разрешили. Мы благодарим солиста Ивановской государственной филармонии Артема Майорова. Не знаем, успел ли он уехать уже в филармонию, там сегодня мероприятие. По-моему, все-таки успел. И, конечно же, вместе с нами уже не первый раз ансамбль барабанщиц Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Девочки, ну что там? Где подруги? А другие не выходят. Девчонки, выйдите. Иди уже. Красотка. А, вот. Ну что, Алексей, сцене. Не уходите. Давайте сделаем фотку. Девчонки, возрождение. Идите к нам. Быстрее. Ну, возрождение. Все, вот они. И мне подсказывают, что вместе с возрождением сегодня танцевал театр спорта «Дебют». Девочки, выходите к нам. А, вот. И еще один тортик в нашу студию. И вот теперь встаем кучнее наши творческие коллективы. Их мы можем видеть, и не только их, и коллег на всех наших мероприятиях, которые проходят и в Доме национальности, и здесь, и во Дворце игровых видов спорта. Спасибо вам большое за ваше творчество. Вместе с вашими песнями сдавать комплекс ГТО намного приятнее. Мы благодарим вас, дорогие друзья. Спасибо вам, уважаемые наши гости. До новых встреч. Любите спорт, ведь именно благодаря спорту в нашем теле здоровый дух. До новых встреч!